Здорово. Ну что ж, продолжаем проходить Space Marine. Так. Что у нас тут? Так-так. Лейтенант Тит. Нам сообщили, что требуется наша помощь. Мой отряд должен добыть данные из лаборатории Механикус в секторе 41А. Крупный рой тиранидов угрожает этой лаборатории и базе Имперской гвардии к востоку от нее. Ваша задача — устроить диверсию на Прометеевом заводе и замедлить врага. Мы не подведем, лейтенант. Я надеюсь. Спалим гнусных ксеносов дотла. Времени мало. Инструктаж во время спуска. Брат, Магос Галео просит явиться в арсенал. Принято. Если для этого задания тебе не выдали пиробластер, немедленно возьми его в арсенале. Прежде чем экипаж займется обслуживанием... Твое лицо давно не появлялось в моей визуальной системе, Тит. Ты хотел меня видеть? Как проходит адаптация к новому статусу? Не жалуюсь. Любопытно. С вероятностью 0,9 ты должен был... У меня много дел, Магос. Что ж... Тогда прошу к терминалу. Ты должен был, что я должен был? Я обеспечу тебя всем необходимым для миссии. Отметь необходимую экипировку, и станция вооружения выдаст тебе ее. С момента нашей прошлой встречи многое изменилось, но все здесь должно быть тебе знакомо. Амнисия с самого начала благословил нас проницательностью. Мы благословляем эту машину, чтобы она послужила тебе так же, как служит ему. Все закрыто, да? Нихера там прицела, блядь. Нет. Ёбаный в рот. Это столько глаз не хватит. Требует внешний вид даже. Все золотистое, да? Все такое будет. Выбор экипировки довольно ограничен. Наш арсенал не знает недостатка, но доступные варианты обусловлены особенностями текущей миссии. Принято. Благодарю, Магос. Можно просто Галио. Мы слишком давно знакомы для таких формальностей. Давай, Галио. Ошибки в суждениях. Мой разум и намерения чисты. Пусть воля нашего возлюбленного примарха направляет каждый твой шаг. Я буду внимательно за тобой следить. Я обдумаю эти слова, капеллан, но сейчас меня зовет долг. Все, я могу же улететь нахуй. Магос, повторяю, вы должны улетать. Опять же, одна концовка, то есть там всего лишь только разница, сколько выживших. Майор, Керан наконец прислал мне подмогу.
Магас, я настаиваю на вашей немедленной эвакуации. Отрицательно. Улечу только с моими нормами. Отправляйтесь в лабораторию, буду руководить по волосу. Готовьтесь к вылету. Разберемся быстро. Майор. Опять, да, при записи, что мне это. Планом, который выиграет вам время. Звук запаздывает. Мы потеряли три отряда на пути в лабораторию. Похоже, там что-то есть. Похоже, там что есть, слышишь, майор, иди проверь, давай. Пошла нахуй. Так. Тождество. Координаты лаборатории. Дальняя сторона помоста. Повторение. Фактор времени. Принципиально. Выйдем на связь, когда будет информация. Уж постарайтесь. А с помощью этой штуки интересно. Эта вонь навсегда въелась в нашу броню. По сравнению с твоим обычным запахом, это прогресс, брат. Так я думаю, вы можете себе импланты поставить, чтобы запахи не чувствовать. В чем проблема-то? Гадкие ксеносы! Чё это вы ёбываете? Насколько вы далеко от Прометьевого завода? Заходим на перерабатывающий завод! Своевременно. Там для вас будет работа. А у меня с гранатометом нет? Не, у меня обычный. Ой, да ну этот гранатомет такая себе шляпа. Взрывная волна не очень. Что это было? За нами охотятся. Несокрушимый. Двое наших братьев пали в бою. Пришлите апотекария. Принято. Мы позаботимся о делах, брат сержант. Типа автовоскрешение? Я наконец-то начал это... Собираю снаряжение. Вуконга проходить. Попробовать липучки покидать. Блин, игра мне нравится, Вуконг. Но... Что-то там сделано так, знаете. Это больше не приключение, а как в стиле Elden Ring. То есть буквально чуть прошел босс, чуть прошел босс, чуть прошел босс. То есть нету особо такого времени, ну как... времени, чтобы походить, покачаться там, типа просто врагов поубивать. Допустим, как Star Wars, Fallen Order или Survivor. Они мне, конечно, больше нравятся в жанре вот этого Souls-like, потому что там, блин, как бы ты чувствуешь приключения, ты путешествуешь там по этому миру, и ты его изучаешь, там препятствия. Вот. Ну, а тут буквально пару врагов убил. Ну, я имею в виду в Уконге. И все, и босс. Заряжаю оружие. Давай, давай, давай. Блять.
заряжаю. Липучка темна. Давай, блядь. На тебе, блядь, падла. Че ты его не добиваешь? О, добил. Молодца. Не туда, да? Я хочу все здесь проверить. Надо перезарядиться. Давайте возьмем тут. С этим я их уничтожу. А чё, больше это, ничего нету, да? Перезаряжаюсь. Собираю припасы. Меняю магазин. Восполняю запас. Это я возьму. Так, аптечка мне надо. О, бля. Надо перезарядиться. Так, ну что-то аудиозаписи никакой здесь не обнаружил. Что есть нет, да нихера. Здесь воняет смертью. Предавание явно не ждали атаки. Неприемлемый недостаток эффективности. Повторение. Результаты исследования под угрозой. Нашел боеприпасы.
Куда-то они там попиздили. Я тут хоть что не хочу найти. Цель уничтожена. Получай, блядь. Готово. Да что вы там? Через ёбаную толпу прорваться не можете. Восполняю запас. Что нашел? Секунду, братья. Что-то эта снайперка как бы не очень. Не для этих антиз действий. Ну ладно, попуркаю с ней. Снайперы! Следите за полями обзора! Заряжаю оружие! Использую осколочную гранату! Ах ты, сука. Цель уничтожена. Токсины ксеносов! А я ничего не нажал. Нашел боеприпасы. Да и боеприпасов как-то здесь мало. Сейчас мы там, туда прогуляемся. Надо перезарядиться. Собираю припасы. Аптечка. Записи нет, да? Нет.
патроны. Не, нахер эту снайперку. Надо будет поменять ее на что-нибудь. Через бункер. Сбор у входа. Так. Пора за работу. А чё в ваших доспехах, типа, блядь, фонарика нету? А, он здесь нахуй не нужен. Малый калибр. Это где-то рядом. Ёп. Ааа, бля. Ах ты, сука. Ты тварь, блядь. Сука. Готов. Гадианцы достойно сражались. Они умерли с честью. Идемте. Наш долг еще не исполнен. Аптечка. Здорово. Нашел боеприпасы. Мою жизнь пополнить. Так-то лучше. А, ну и говоря еще вот про Вуконга, то есть, типа, игра очень сильно мне напомнила такого Секира своеобразно. Только жаль, что в Вуконге нету контратак, то есть, и каких-то эффектных добиваний. Кстати, игре очень не хватает.
Мне бы эти записи все не просирать. Здесь. Откуда ты знаешь? Что-то не так. Ждите атаки сзади. Аптечку, как бы вам запомнили, где? Вот он. Оружие к бою. Прими смерть, ничтожество. И опять же, никаких записей. Ну и кто здесь? Босс. Блять, невидимка какой-то. Сука, началось, да? Покажи себя, груз. Заряжаю. Бля. Хули вы его не атакуете? Бля. Ёбаный ты в рот. Нихуя ты. Ебать.
пизда тебе, сука. Майор Саркана, вы были правы. Здесь охотился Ликтор. Полагаю, вы с ним уже расправились. Верно. Больше он вас не побеспокоит. Поняла, милорд. Ну так что-то меня он охуенно как побеспокоил. Восполняю запас. Так, а с той стороны что у нас? Собираю припасы. Угу. По яйцам прям нащ. Могучий противник. И достойный вызов. Не будь с нами лейтенанта, боюсь, мы разделили бы судьбу Кардана и Септима. Может, на них напало несколько таких тварей? Нет, ликторы охотятся в одиночку. Как ликторы? Надеяться, исследования Нозика не пострадали. Архимагас, мы на месте. Наконец-то! Спускайтесь на нижние уровни. Если подъемники работают, маршрут из прямого. Если. Чудесный дар кузницы. Типа одиночными херачит. Это мне пригодится. В очередь, да? Блин, какая все-таки прорисовка офигенная. Замечательно. Ладно, с этой побегу. Ну, не, ну опять же, если их до хрена будет, у меня что-то скорострельное. Чудесный дар кузницы. Готов применить особый прием. Ксеносов! Заряжаю! Суки же. Пора за работу. Использую осколочную гранату. Они ничему не учатся. Архимагас,
Вход заблокирован. Схватки с врагом. Ну. Ты не охуел там, блядь? Оскорбление неуместно, Магас. Ошибочное суждение. Это не оскорбление, а холодный анализ. Найдите главную передачу. Координаты прилагаю. Иной раз даже с орками общаться было приятно. Мы в лаборатории Нозика. Применяйте тактику отвлечения как можно дольше. Буду бить ксеносов в самые гуще сражения столько, сколько понадобится. Полагаюсь на вас. Полагаюсь. Брат, они пробрались под броню. Не заслужил он такого. Этот пиробластер поможет расправиться с потрошителями. Гадриэль, несокрушимому. Брат Децл пал. Децл пал. Перейду координаты Апотекария. Жертва нашего брата не будет забыта. Потрошители. Давайте, сукины дети. Воу-воу-воу-воу. Только дальнобойное оружие. Отгоняет пиробластером, а мы тем временем будем их отстреливать. Заряжаю новый магазин. Что-то там закружилось, такое вертелось. Типа они так с ног меня сбили сейчас. Так, сейчас, минуточку. Так. Заряжаю патроны. Сейчас кольчу. Снаряжение. Нашел боеприпасы. Император защищает. Все полно. Рон, да их тут тысячи. Похоже, нам нужна вон та дверь. Надо пробиться через полчища. Ёбаный ты в рот. Ты чё, сейчас мне туда, блядь, это прыгать? Гранату. Бля, перегрев. Перегрев, перегрев. Перегруппироваться. Фиксирую нехватку электропитания. Дверь не функционирует.
нужные указания. Управление подачи питания в вашей текущей локации. Да я, мне кажется, возле нее и стою. Воу-воу-воу. Сука, не убегает. Священные каналы активны. Обнаружены ошибки в водостых матрицах. Искореняем. Еще эти, блядь. А чё, ни хакой не действует? Синаптический шок. Тут чисто. Идемте. Так. Так-то лучше. Эти твари чем-то очень заняты. Их интересует биомасса. Люди. Тела растворяют для отправки. По капиллярным башням прямо на орбиту. Мерзость. Этот кошмар нужно придать экстерминацию. И как можно скорее. Ёбанки в рот. Так, нам туда, да? Меняю магазин. Так, а нам туда-сюда или туда-туда?
Восполняю запас. Так, наверное, нам сюда и туда. Давай туда, блядь. Блядь, я даже не знаю. Ладно, здесь мы дверь открыли. Ладно. Пойду по той стороне схожу. Собираю припасы. Угу. Орды гнусных ксеносов накатывают потоком когтей и жвал. Святые машины теряют масло и провода. Шестерни и винты ломаются. Что за напрасная трата ресурсов, что могли бы принести плоды познания? Какая часть трудов Нозика утрачена безвозвратно? Я спас все, что смог, но прожорливые орды этих безмозглых тварей поистине ненасытны. Эта война нанесла огромный урон нашим святым машинам. Столько знаний было утрачено. За этим я их уничтожу. Надо перезарядиться. Замечательно. Ёпа, вы откуда здесь появились? Кайрон, куда нам дальше? Надо пройти через эту комнату. Все-таки через ту, да? Так, ну пока это просто вот месиво сплошное. Никакой интриги пока я не наблюдаю вообще. Только то, что нам 200 с хером лет.
Распорядимся им с умом. Опять эти снующие твари. Ну, блядь, я только взял нормальную пушку. Пора за работу. Тираниты меня ослепили. Познайте же страх! Они ничему не учатся. Секунду, братья! Надо за аптечкой, блядь. Так-то лучше. Че, не уебнули, нет? Нашел боеприпасы. Заряжаю патроны. Так, не туда. Это Деций. Жаль, что вы не видите этих мертвых гадов. Клянусь примархом, сегодня мы устроили настоящее побоище. Сигнатуры тиранидов упали на 90% и снижаются. Уничтожение роя подтверждаю. Отлично. Возвращайтесь на базу. Так, это у меня есть.
Еще опять ножи вот эти вот. Собираю припасы. Успехи зачинать. С прыжковым ранцем. Давненько я не нес смерть с небес. Солнце еще высоко, брат. Блять, а мы этот засранец возьмем? Ну, я думаю, что да, в первой части у нас был. Анализ. Уровень эффективности ниже ожидаемого. Опять. Заряд передатчика на нуле. Двигайтесь генератором. Я проведу его дистанционно через подключение ваших доспехов. Это скажется на боеспособности? Ответ отрицательный. Необходимо лишь оставаться вблизи терминала. Дистанция подключения ограничена. Архимагас, начинайте работу. Восстанавливаю соединение. Ну тебе, сука. Так-то лучше. Собираю припасы. Кое-что нашел. Так, они уебывают. А те он приебывают. Применил крак гранату. Восполняю запас. Архимагас, продолжайте. Подключаюсь к системе.
Ах ты, сука. Неприятель устранен. Собираю припасы. Ах ты, тварь. Надо перезарядиться. Ты сука такая. Не на. Нашел боеприпасы. Собираю снаряжение. Так, опять же, никаких ни записей, ничего нету. Если тоже вот аптечка. Собираю припасы. Мост активирован. Запустите передачу с пульта в зале управления. Нам чисто осталось этот завод нахер взорвать. Типа хули от него толку. Часть там тоже была засекречена, а потом что оказалось? Саркана, сопроводите Нозика в громовой ястреб и позаботьтесь, чтобы он покинул планету. Есть, милорд! С удовольствием! Рад, что мы наконец избавились от этого нелепого поручения. Да я рад, что голосом теперь пользоваться не нужно. Нелепое средство на общение. Этот лифт идет на крышу. Я уже понял. Архимагас, подтвердите получение данных. Это Лерео. Данные приняты. Носик на громовом ястребе. Жду распоряжения. Вывозите его. Есть. Хера, это как будто герсоворы. Майор Саркана, докладывайте. Нет бронебойных снарядов. Несем тяжелые потери, но пока держимся. Идем вам на помощь. Носик, их подбили? Лерео, ты меня слышишь? Майор, вы видели, что случилось? Никак нет, мы не заметили удара. Территория находится под контролем Роя. Нужно добраться туда, быстро! Внизу есть оружейные. Ранцы. Сэр, а гвардейцы? При всем уважении, мы гадзианцы. Мы можем за себя постоять. Ну так, им пизда. Им всем пизда!
тираниды быстро заполонят место крушения. Даже если Нозик еще жив, времени у нас мало. Понятно. На борту громового ястреба быстро разделаются с тиранидами. Если они сами уцелели. Не хочу об этом думать. Сегодня и так погибло слишком много наших. Мы на войне. Всех нас ждет смерть. Так, нам вообще туда, но я хочу все исследовать. Вот это вот, конечно, такие вот места, где это оружие, которого, блядь, здесь в игре очень мало, немножко раздражает меня. Вперед! А тут чё, ничего? Не. А, вон там, скорее всего, да? Вперед! Чудесный дар кузницы. Меняю позицию! В каких местах должны быть записи, а не оружие? Переброска! Прыжковый ранец активирован! Ксеносов. Прыжковые ранцы дают нам преимущество. Обрушимся им на голову, подобно молнии. Сучара. Вперед! Восполняю запас. Так тебе, и так на. Вперед!
Блять, просто потрясающе. Да куда же вы там? Нашел боеприпасы. А, я же точно, я же здесь был. Ебаный, въебал мне кто-то. У нас есть место заряды. Ставим их экономно, только уязвимые места. Переброска! Сенатор похищает твой улицу. Не останавливаемся. Нужно пробиться к месту крушения. Эти псайкеры, блядь. Братья, времени мало. Взорвем уже эту проклятую стену. Да ща, ща, ща. Да, мне кажется, они здесь будут бесконечно просто ползти. Ну, сейчас как я заложу, блядь, здесь бомбу нахуй, ты охуеешь. Мы зря тратим время. Бета-заряд установлен. А, один из четырех. Токсины ксеносов! Заряд готов! Заряды готовы! Очистить зону взрыва! С удовольствием!
Ну ёбаный ты в рот. Хаос. Осмотреть зону. Все хорошо. Видимо, последствия Рубикона. Давно? 2 дня. Прилетели, ну надо же. Ищите! Живо! Нужно идти. Я в порядке. Нозик мертв. Миссия окончена. Тот, кто это сделал, уже далеко. Чё там? Опять это варп хрень? Капитан что-то от нас скрывает. Акеран не стал бы нас обманывать, Гадриэль. Тогда где Диметрий Тит служил раньше? И почему так быстро вернулся в строй после столь тяжелой операции? Сержант Венти отговорил о команде караула смерти, что запустила вирусную бомбу на Кадаку. Возможно, наш лейтенант был одним из них. Гораздо больше меня беспокоит то, что произошло на месте крушения. Так, ну все, на этом все. Глава была пройдена, так что давай, счастливо.